Добрый день. Сегодня мы рассмотрим казначейский знак 40 рублей образца 1917-1921 года. Также это банкнота Керенка. Имеет размер 61 мм, ширина 50 мм. Выпускалась из плотной бумаги сероватого оттенка. Водяные знаки по узору в виде волнистых линий с точками напоминает ковер. Данная монета идентична в банкноте номиналом 20 копеек. Известно большое количество фальшивых керенок, так как они были очень легки в производстве. Они, как правило, не имеют водяных знаков, а некоторые напечатаны на вексельной бумаге, продавались для оформления векселей. Известны также керенки с водяным знаком в виде шести конечных звезд, образующих шестиугольники, как на некоторых расчетных знаках 1919 года. По одной из версий, их в 1919 году выпустило правительство Булак Булаховича, генерала польского белогвардейского движения. По другой версии, это немецкий выпуск 1918 года экспедиции Малышева. Выпуски с перфорацией образец использовались в демонстрационных целях. В обращении поступали и в настоящее время высоко оцениваются коллекционерами. Встречаются экземпляры с перфорацией в виде аббревиатуры ГБСО, Государственный банк Северной области, которая наносилась правительством Северной области в 1919 году. Они попадаются намного реже бон без перфорации, но в большинстве случаев не имеют особой ценности среди коллекционеров. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на канал на YouTube. Спасибо за внимание.